Пане Сергію, ми вас попросимо, як завжди, дати експрес-коментар зустрічі, а потім відповісти на запитання журналістів. Будь ласка. Ну, любая игра сложная, особенно сегодня, после такой победы против «Шахтера» было сложно ребят мотивировать на последнюю игру, тем более, что, к сожалению, она для нас была, ничего не решала. Я рад, что ребята все-таки, особенно во втором тайме, переломили игру, забили те мячи, забили те моменты, которые использовали, могли забить больше, и, я считаю, по праву победили. Спасибо. Прошу запитання до Сергія Станіславовича. Активніше, будь ласка, «Спортэкспресс». К сожалению, у него микронадрыв. Завтра посмотрят, насколько он полетит в сборную Хорватии, там уже будут решать. Прошу ще запитання. Є по матчу. Будь ласка. Нет, не с ротацией. У всех травмы. К сожалению, Лэнс, у него вообще бытовая травма вчера получилась. Бакани то же самое. Последние 2-3 игры он играл на уколок, постоянно болит голеностоп. И я не могу, ребят, найти в них мотивацию, если они действительно... Драгович то же самое играл на уколах последние игры после травмы с плечом. И он обратился, честно обратился, сказал, что действительно есть боль, если можно освободить меня от этой игры. Я не мог им не пойти навстречу после игры в Донецке. Тем более, что можно использовать молодых, которые сегодня, я думаю, доказали свою состоятельность. Прошу, есть еще запитання по матчу? Спасибо. Спасибо, шановні колеги.